Здравствуйте! Вечерний эфир на Солигорском телеканале продолжает программа «По факту». В течение ближайших минут вас ждут только факты, без домыслов и слухов. В субботу, 18 ноября, спасателям поступило сообщение о пожаре в частном доме в Старобине. В результате пожара уничтожен гараж, легковой автомобиль, крыша дома, а также повреждены стены и имущество. К возгоранию привело неосторожное обращение с огнем при проведении огневых работ. Спасатели напоминают, необходимо неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности. А именно, место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и материалов на расстоянии не менее разлета искр. В месте проведения огневых работ обязательно наличие огнетушителя. На одной из виртуальных бирж криптовалют солигорчанин в одно мгновение лишился 500 рублей, которые перевел как предоплату за виртуальные деньги. Получив средства на счет, мошенники прекратили общение с покупателем. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». А в милиции напоминают, разнообразные инвестиции, обогащение на криптовалютах и легкие деньги на виртуальных биржах очень часто не больше, чем приманки для выманивания средств. 25-летний слесарь из Солигорска познакомился в интернете с девушкой, которая на первое свидание предложила сходить на концерт и сбросила ссылочку на сайт, где можно было купить билеты. Но ссылка оказалась сюрпризом. После того, как парень ввел реквизиты своей карты, в том числе и трехзначный код на оборотной стороне, с его счета махом было похищено более 1800 рублей. Мораль всей истории – от перехода по ссылке от неизвестных источников лучше воздержаться. Солигорчанин в первый день после больничного проспал на работу и решил исправить в листке нетрудоспособности дату выхода. Обернулось все не лучшим образом. Кадровик организации, в которой работает молодой человек, обратил внимание на исправление и сообщил о своих подозрениях в милицию. А в Солигорском межрайонном отделе Государственного комитета судебных экспертиз подтвердили догадку кадровика. Исправления были. Подобных исследований в год наши эксперты проводят порядка 5-7. В октябре этого года на исполнение поступило еще одно постановление о назначении технической экспертизы. Была предоставлена медицинская справка. Гражданин Солигорского района предоставил медицинскую справку МРЭО Солигорского РОВД. В ходе проведения экспертизы было установлено, что год справки, до которого она действительно был изменен с 2024 на 2029. Соответственно, тоже вносились изменения путем дописки, дорисовки штрихов. Внесение изменений в данные документы несут какие-то юридические последствия. В данном случае, например, человек незаконно продлил себе больничный лист на один день, да, ну или там продлил действие медицинской справки, которая, ну, существенно влияет на какие-то дальнейшие события. В последующем вполне возможно, что, может быть, ему по медицинским показаниям запрещено управлять транспортным средством, а он, обходя вот все эти комиссии, самовольно внес, например, документы изменения. Это, конечно, карается законом. 52-летний солигорчанин украл халат у матери-пенсионерки и продал его всего за 15 рублей. Сначала женщина подозревала неблагонадежных друзей отпрыска. Однако, как выяснили правоохранители, именно родная кровинушка и совершил эту кражу. Похищенная вещь возвращена женщине. По факту кражи следователями возбуждено уголовное дело, а горожанин, обворовавший родную мать, задержан. Госавтоинспекция рекомендует водителям проверить техническое состояние своего автомобиля, подготовив его к эксплуатации в зимний период. Напоминаем, с 1 декабря по 1 марта транспортные средства, для которых, согласно правилам, предусмотрена сезонная смена резины, должны быть оборудованы зимними шинами с высотой рисунка протектора не менее 4 мм на всех колесах. Кроме того, водителям советуем перестраиваться на зимний, более сдержанный стиль вождения, выбирать безопасную скорость и дистанцию с учетом состояния проезжей части, отказаться от резких маневров и торможений. Об оперативной обстановке на этой неделе расскажет старший инспектор группы информации и общественных связей Солигорского РОВД Олег Зиневич. В период с 15 по 23 ноября за помощью в милиции обратились более 400 раз. За различные правонарушения и совершение преступлений в отдел было доставлено более 100 человек.
в том числе двое бесправных водителей и трое водителей в состоянии алкогольного опьянения, которые были отстранены от участия в дорожном движении. По факту насилия в семье поступило более 20 сообщений. Вынесено 17 защитных предписаний в отношении граждан, совершивших насилие в семье. На этом все. Спасибо за внимание. До встречи в эфире Солигорского телевизионного канала.